Здравствуйте, мои уважаемые телезрители и подписчики. Сегодня мы продолжаем тему вторых аккаунтов. После того, как я профорсировал интернет, я нашел несколько сайтов, которые содержат информацию о покинутых и брошенных аккаунтах. Но прежде чем начинать с ними работать, посмотрите, пожалуйста, видео в описании о том, как надо уйти от слежки администрации, чтобы она вас не забанила. Давайте проверим, срабатывает ли у меня сейчас защита. Так, адрес. Проверяем. Так, есть. Угу. Уходим. Ну, в Болгарию. Проверяем. Еще раз. Отлично. Все нормально, адрес поменялся. Все, теперь можно дальше играться. Так, переходим на основной сайт. Вот. Ссылки на сайты с логинами я оставлю в описании. Можете оттуда их вытащить. Вот. Первый сайт. Logins.org. Логинов немного, конечно, но люди смеются, выставляют ведь некоторые. Некоторые рабочие, некоторые нет. По крайней мере, профорсируя эти несколько сайтов, я нашел здесь рабочих около 10-15 аккаунтов. Хватит, чтобы создать группу. Может, кому просто захочется посмотреть, что у них есть. Ну вот, для начала, допустим, первого возьмем. Ну, аккаунт исключен. Прикольно. Есть. Ну вот один аккаунт есть уже. Скорее всего, в какой-то группе состоит. Уже непонятно, но халявный. Есть. Давайте еще проверим какой-нибудь один. Нету. Давайте, допустим. О! О! Вот это о чем я говорил. Пожалуйста, посмотрите видео по поводу блокировки своего основного аккаунта. Скорее всего, забанили не только второго персонажа, который он развивал, но и основной аккаунт. Надо быть осторожнее. Администрация в этом отношении следит. Загрузились. Ну-ка дальше. Кто еще оставлял? Ладно. Есть рабочие аккаунты, все остальное посмотрите уже сами. То есть все я не буду проходить. Здесь два аккаунта. Я посмотрел. Они повторяются здесь. Это неинтересно. Но я все равно оставлю ссылки в описании. И третий. Давайте какой-нибудь отсюда вот этот возьмем, который я не видел на том.
еще один рабочий. А, то без группы хорошо. Можно забрать его в группу. Прекрасно. Вот. Ну вот и хорошо. Проверив несколько аккаунтов на сайтах, то есть убедились, что все нормально, что они рабочие. То есть можете забирать, то есть или показывать ссылки с сайта тем людям, кто в группах ВКонтакте.